Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Parasite Eve 2, игрушку с первой PlayStation. И, кстати говоря, мы в прошлой серии забыли сделать одну вещь, чтобы у нас была именно хорошая концовка. Так что я не знаю, но сейчас у нас будет вообще действовать эта вещь или же нет. Мы должны были позвонить по телефону. Эй, Ая, это я, Джоди. Что? Хал? Он только что ушел. Но он на телефоне. Хорошо. Я не думаю, что он слышит меня через этот телефон. Эй, ну, свит... Эй, нечестно. Я сказал ему... что мой... Это как, парень звонит. Так что, Джойси... А, наверное, так что радостно, и ж хорошо, что Хал не может нас слушать. Что? Ого. Если это правда, то... Я ведь в опасности тоже. Но что я должна делать? Хорошо, я скажу Руперту. Так, собственно, то, мы сейчас позвонили в управление и сказали то, что наш босс... Сдавал нас. Собственно, идем дальше по хорошей концовке. И, кстати, осталось крайне уже мало. Возможно, это и следующая серия, и все. Ну ладно, поехали. Да, не особо далеко, конечно, уехали. У нас закрытые ворота. Аэрлок. Как странно, что музыки вообще нету. А, блин. А вот, собственно, и музыка появилась. Ну, пусти. Блин, как же лагает из-за вот этих невидимок, а? Так, надо бы отвернуться к стеночке. Ага, ловушка. Скотина. Успею? Блин, не успел. Еще одна ловушка. Да на! Ненавижу этих невидимок. Они, блин, травят и тормозят им игру. Ну, блин, 1000 кредитов дают. Ладно, бежим дальше. Вот это хреново. Мимо. Так, надо подождать, пока он так будет перезаряжаться. Опять мимо. Оп, мимо. И давайте вы оба постоите. Ну, видимо, кроме тебя. Не сбивает. Обидно. Так, сваливаем. Так, сон упал, отлично. Ай, блин, как ты меня задел? Так, великолепно, у меня еще патроны закончились. Это твоя. Фух. Ненавижу этих серых, потому что они нас вешают умолкание.
Но зато они дают очень неплохие гранатки. Так, мы там что-нибудь восстановить нам можем. Точнее, не восстановить, а прокачать. У нас 3000, и все у нас есть. Так что нет. Что это тут? Я помню этот байк из шахт. Это же не... Ну, это же байк номер 9. Этот холстер. Здесь кожаный... этот какого? Блин, я забыл, как холстер переводится. Ладно, здесь... господи, кобура, вот, вспомнил. Здесь кожаный кобура с... Battle Cup Mark со знаком бутылочной крышки. Это должно быть его. Эй! Подожди-ка, это же Ив. Медвежонок. Точно, уже Ив был медвежонок. И этот ублюдок. У нас он в ключах. На самом деле его можно использовать, чтобы потом найти Ив. Но я так знаю, куда в самом конце идти. Так что... Да, это должна быть закрывающая система ворот. Смешно. Пароль уже давным-давно введен. Так что нажимаем. Что-то сдвинулось. Замок открыт. Надо из панел, чтобы открыть, да. Дверь теперь надо использовать эту панельку, и мы проходим внутрь. Но опять! Ух, блин, я так надеюсь, что по мне сейчас не попадет. Скотина. Так, пенициллина у меня нет, да. Ладно, заюзаем вот это. Давай, приходи в себя, блин. Ау. Блин, нас застанили. Отлично. Не успею, да? Не успею. Ух, как он молодец, своего же снес, другана. Так, патрончики. Ух! Как тебе понравится вот это? Не особо. Сам щитом ведь ходит еще. Сдох? Отлично. Блин, 500 опыта за них дают. Ну, конечно, избили они нас неплохо так. Очень даже неплохо. Так, надо хотя бы тоже пенициллин себе поставить. И вот это заюзать. Крепко выглядящие ворота. В общем, крепкие ворота. Таким путем их не открыть. Значит, вот для этих путей есть тут панелька. Панелька открывания ворот. Давай попробуем открыть их. Ох, сколько тут големов.
И что? Ох, гранатка. Странно, что... А, ну, собственно, там музыка. И правый US Америки. О, господи. Армия Америки. Ну хоть в какой-то игре они не лажают. А то обычно во всех играх их просто-напросто выносит. Вашингтон, Белый дом. Какая ситуация на фронте? Она почти что вышла из-под контроля. Почти. Что ты имеешь в виду? Мы не можем войти в сектор из-за биологического барьера. Прямо как 3 года назад. Очень похоже, сэр. Но мы убедили людей, то, что мы уничтожили барьер. Ракун, господи. Скаут сказал то, что это новый барьер, сэр. Разведчик, вот, ракун. Мы можем к ним проникнуть на объект хоть как-нибудь? Блин, не успел перевести. На что насчет крота? Мы не получали никаких, ну, коммуникаций, звонков от него, считайте так. И что теперь? У нас кончились наши возможности. Пришло плана D. Короче, они собираются все решить ударом с орбиты. Сколько времени у нас есть для отступления? К сожалению, времени нет. Их похоронят на Арлингтоне, как героев страны. Они будут стрелять и по солдатам тоже, что ли? Вы просите меня сделать звонок. Точнее, ты просишь меня сделать звонок. Мистер Президент. Судьба 260 миллионов горожан зависит от этого решения. Я знаю. И впрямь, блин, пожертвовать людьми армии, которых, в общем-то, меньше, или же всеми своими подчиненными метахондрия. Вы первый раз о нем слышите? Собственно, это зачем охотится Мист? И, значит, там не понял, что там есть. Что насчет биологической популяции в убежище? Ну, сейчас митохондрия without hosts. А, блин, ребята, я не успел перевести, извините. Ну, тут идет, он спросил то, что... как много вообще этих монстров внутри? Hazmat Protection. Ну, они, видите, слишком быстро меняют. Если это можно было бы именно при нажатии пропускать...
Ева. Да, Ева беспокоится о Еве. В общем-то, он спросил, какая обстановка с неомитохондриями внутри. Агент Брия. Она сказала то, что там они находятся вне носителей. И он боится пускать туда людей, потому что они могут заразиться этим и стать монстрами. Ну да, они обыскали всю вокруг, но не нашли ни следа, ни девочки, ни номер 9. Понятно. Так, вы удерживаете весь, все убежище, ну... Я буду честен. Они могут войти в один сектор. Как я и думала. Возможно, вы знаете, из-за чего это, да? Только я смогу туда проникнуть. Ну да, там висит, собственно, поле, которое не дает людям пройти, которых просто-напросто убивает. Я могу пойти и выяснить, что там происходит. Я не вижу, почему бы вам не отказать. Короче, они защищают все сектора сейчас убежища, но он не уверен насчет нижних уровней. Тут можно досейвиться. Мы не получали никаких отчетов от наших, от нашей команды in township. Что значит township? Я вам скажу, если что-то узнаю. То есть это наш связист. Мы спросили, можем ли... Ух ты! Мы вот это вот взять? Он сказал, что, естественно, можем. ТНТ. Флинт! Как ты нашел меня? Что? Что у тебя на шее? Получена капсула Флинта. Капсула, которая висела там, ЕМ взрыв. То есть то, что нам восстанавливает ману. Хороший мальчик. Подкрепление прибывает. Мы только что усилили охрану. Подкрепление должно скоро прибыть. Ситуация под полным контролем. Могу я взять немного из амуниции? Вам разрешено. Берите все, что вам нужно, мэм. На что у вас есть? Тометри, бла-бла-бла. Так, что? О, гидра. Такс. Гранатки получим. Обычные эти. Патроны для дробовика. Ну и на пулеметик наш. Так, тут ведь где-то есть магазин. Хай, а я? Ты выглядишь прекрасно. Эй, мы ведь сделали это. Поймали эту крысу Хала за его очень длинный хвост. Что ты выяснила? Сделала, как ты и сказала. У него были какие-то свои интересы. Я даже не знаю, что и сказать. Ты знаешь что-нибудь об этой организации? Большинство улик пропало.
Ох, очень плохо. Но, ты знаешь, это же не HAL. Другие агенты MIST тоже были вовлечены в это. Они использовали генетические материалы ХМС для, собственно, этих исследований. А, блин, опять слишком быстро начали говорить. Что насчет Пирса? Ну? Мы не знаем, где он. Правда, ох. Ну, я немного ревную. Он был всегда очень труслив, но когда ему сказали, что ему нужен на поезд, помощь, он сказал «Шазам!» и бросился на помощь. Да. По идее, Пирса мы не спасли, так что чувак погиб, помогая нам. Бывает. Бывает. Такс. Да, вот он, кстати, может нам продать оружие. Такс. Ударные эти. Ух ты, там есть огненные патрончики. Отлично. Боевая особая защита. Плюс 60, плюс 30. Но у нас уже есть спецформа. Операция против ХНМС. Восстанавливает ману и быстрый огонь дает. МП5. Видимо, для него как раз-таки это хрень. И вот он, самый мощный. На, стоп, это лазерная пушка. Устройство типа М4. Это у нас тоже подствольник, насколько я помню. Именно считается как лазер, такой стреляет лучом. Ну, у нас вроде бы место еще есть, так что давайте возьмем его, посмотрим. Деньги все равно же девать особо-то некуда. Так, вот этого закупим. Ну и на оставшиеся деньги вот этих патрончиков. Самых мощных. Он говорит, что пистолеты против существ не особо помогают, так что он рекомендует ружье. Так, где это? Эти миллиметров не нужны. Не пользуюсь. Ну да. Собственно, это у нас подствольный лазер. Посмотрим, как он у нас в бою вообще используется. И что же? Пора бы идти спасать Еву. Ну, ребят, знаете, давайте отложим это уже до следующего раза. В следующий раз мы пойдем уже спасать Еву и завершать игру. Так что пока что с вами был Хэйди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите друзей, комментируйте видео и вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а мы с вами увидимся уже в конечной серии завтра. Всем пока, ребят. До новых серий. И до новых врывов.